Всем привет! Сегодня в своем видео хочу показать свои цветущие растения в ноябре. Начну здесь. Эсхинантус у меня цветет. Такой вот красавчик. Диплодения. Зацвела у меня. Ну вот сейчас в данный момент два цветочка. Это мой укорененный отросток от моей большой диплодении. Здесь у меня диплодения махровая. Красавица. Она у меня цветет, ну прям все лето цветет. Просто некоторые скидывают бутоны, потом бутоны открываются новые. Видите, тоже еще новые есть бутоны. Она у меня стоит на окне. На нее попадает здесь солнышко. И ее очень устраивает. Здесь у меня рядом галаксиния. Красавица. Сейчас вы удивитесь. У меня никогда не было фиалок. Я почему-то к ним... Ну так, равнодушно, скажем. Ну вот, такой сорт мне очень понравился. Во-первых, в диаметре цветки очень крупные. Прям очень крупные. И такое сочетание нежное-нежное, бело-розовое. С такими махровыми краями очень красиво смотрится. Укоренила я прям с листика. Здесь у меня белая галаксиния, но это простая галаксиния, но она у меня цветет. Здесь, конечно, опало очень много цветов. Ну, такая полочка здесь у меня у плиты. Абутилон цветет. Ну, у него такие крупные тоже цветы, и они прямо так вот вниз опущены, потому что очень тяжелые. Ну, тоже цветет все лето. Очень мило смотрится. Здесь у меня мединила до сих пор цветет. Но уже все, уже остаточное такое цветение. У нас было 13 цветоносов таких. Было шикарно. Такая красоточка. Ну, я сейчас покажу, как она выглядит. Так мы выглядим. Очень-очень большая. Я вот прям думаю ее пересадить побольше. Горшочек. Здесь желтый абутилон. Такой вот солнечный абутилон. Тоже радует глаз своими цветами желтыми. И знаете, очень еще бутонов много. Видите, сколько еще не распустившихся бутонов. Ну, это моя полочка. Здесь тоже бугенвиллии зацветают. Ну, у кого-то уже остаточные, конечно, цветочки остались. Ну, красиво. Просто когда потом еще распустится полностью, я обязательно сниму видео и покажу. Такая нарядная полочка. Такое все зеленое. Даже здесь у меня абутилон на полочке свисает и цветет. Ну, это я вышла на балкон. Здесь у меня продолжают цвести герани. Здесь кумкватики у меня висят. Здесь у меня прям цветущий такой балкон. Сейчас я так вот покажу.
Ой, бугенвилии, конечно, красотки. Дуранта. Дуранта все лето цветет. Ну, обильно цвела, обильно цвела. Просто жаль, что я ничего не сняла. Дуранточка. Это у меня герань. Вся в цвету. Мне нравится это растение. Бутилон розовый выглядывает. Вот видите, какой красавчик. О, это такой цвет красивый у бугенвилии. Красавица. Тоже бугенвилия. Такие у нее лепестки острые, длинненькие. Ну, это герань. Тоже нравится мне. Это плетистая герань. Очень красиво смотрится. Здесь еще тоже бугенвилия. У меня в горшке три сорта. Вот, и они сейчас начинают у меня отцветать. Здесь против света. Видите? Смотрится. Здесь красная. Азалия собирается цвести. Когда расцветет, я обязательно вам покажу. Ну, сейчас покажу свой аквариум. Своих рыбочек. У нас все хорошо. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Увидимся в следующем видео.